кричали «НТБЛ жжет!» Но что не скажут теперь, когда заговорит он? Все, приплыли. Впервые чистосердечные признания серого кардинала оппозиции. Да, вот с руками погружался вот в кровь мою родину. Как Навальный и компания пытались взорвать Россию. Мы бы спокойно бы, постепенно бы захватили большинство городов миллионы. Сенсационные и неожиданные для всех откровения беглого депутата Ильи Пономарева. В субботу ровно в 20 часов на НТВ. По-русски скажу несколько слов, посвященное санкциям. Да. А мне повезло, если можно сказать, меня снимает «Голос Америки». Вот так. И, значит, сейчас сам потусуюсь, мы просто назначили встречу. Надо бумаги, надо книжки свои передать. Там хотят мне рецензию написать. Ну и вот такие уже встречи. Все, большое спасибо. Все, давайте. On the agenda. Hoping to have a conversation which would lead ultimately to the easing of sanctions in the spring, like the next summer. Instead, the conversation was dominated by EU criticism of Moscow's Syria policy and a call for putting sanctions on Russia because of its Syria policy. Now, regarding Trump and Syria, it's true he has put more emphasis on this or on dealing with... Вот, я рассказываю депутату Пономареву о том, как голосовал за присвоение звания доцента Егору Гайдару. И тогда я его спросил, до сих пор помню, какие-то там, не знаю, 70-е годы. Говорю, Егор Тимурович, а у вас какая была кандидатская диссертация? Он говорит, я работал с папой, он же был корреспондент газеты «Правда», да. Он говорит, мы жили в этой самой Югославии, и у меня кандидатская диссертация – это рыночная, извините, рыночная экономика Югославии. Я говорю, ты присваиваешь.